Я тебе сейчас жопу оторву. Ладно, я спокоен. Я тебе сделаю санкции. А мне как-то пофиг на это. Тогда я сделаю еще больше санкций. А я тебе газ отключу. Нет, ты не сможешь. Ладно, ладно, но тогда я буду продавать вам газ за рубли. Ха-ха-ха. Мы все равно у вас самих рубли купим ха 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 Эй, зачем ты отключил им газ? Америка замерзла. Я тебе отомщу за Америку. Поздравляю, теперь ты часть России.